Ну что, дорогие друзья, доброе утро. Прошу прощения, немного задержался, но это нам не помешает, я надеюсь, уложиться. Я очень рад вас видеть. Я читаю без маски, не пугайтесь, я уже дважды привит вакциной, которая сделана на основе аденовирусного вектора. И мы поговорим об этом тоже. Значит, давайте познакомимся. Меня зовут Сергей Дмитриев. Я вам напишу, чтобы вы не забыли. И от вас я хотел бы тоже получить список вашего курса и просьба в этом списке. Обычно его клали, вот он здесь, да, наверное. А, нет, это не то, это какой-то... В общем, могу я вас попросить просто взять какой-нибудь листик, например, вот этот, или два, если вам не хватит, и написать на нем ваши имена, просто спустить по рядам, и напишите, пожалуйста, кто в какой лаборатории работает. Ну, не название лаборатории, а имя заведующего лаборатории. Ладно, просто мне так будет проще потом с вами общаться, чтобы представлять, кто из вас... мокрый ученый, кто информатик и так далее. Так, значит, давайте договоримся сразу о нескольких вещах. Сначала я потрачу где-то полчасика на то, чтобы просто дать вам некий анонс того, как наше взаимодействие будет устроено. Значит, что, давайте я вам дам свои контакты, во-первых, да? То есть давайте вот телефон дам, и взамен я вас попрошу двух старост, которые у вас есть, наверное, да, и, может быть, даже пришли сюда сейчас, тоже дать мне ваши два телефона. Мне этого будет достаточно. Я просто буду в случае чего, там, если какие-то непредвиденные обстоятельства, буду этим пользоваться, вам звонить и сообщать что-то. Теперь дальше. Вот это мой e-mail. Вот. Значит, e-mail нам, возможно, пригодится на случай какой-то коммуникации, если вы будете опаздывать с отправкой каких-нибудь работ, но желательно все сдавать в срок. Дальше, значит, что, да, меня можно найти в корпусе А, комната 540, корпуса А. Вот, я заведующий отделом НИИ ФХБ Белозерского. Отдел мы называется отдел взаимодействия вирусов с клеткой, но занимаемся мы много чем: биосинтезом белка, биологией старения и прочими вещами. Вот. Мне очень интересно будет узнать про вас со временем, кто чем занимается, что вы из себя представляете. И к концу курса, ну, я надеюсь, что моя память меня и в этом году тоже не подведет. Все предыдущие курсы я к концу мая все узнаю лично. Поэтому, если вы думаете, что кто-то не ходит на занятия, а потом это никак не отразится на нашем взаимодействии, ну, по-разному, конечно, может отразиться. Это может меня удивить тем, что вы не ходили и при этом все знаете, конечно, но просто поверьте, я вот сейчас посвящу какое-то небольшое время тому, чтобы просто предупредить вас о том, что курс наш с вами, который сейчас начнется, он довольно сложный. Но эта сложность, она как бы... То есть композиция курса немного обманчива, потому что начинается все. Вот, например, сегодня у нас будет лекция, и завтра она вам может показаться некоторым из вас какой-то скучной и замудной, потому что мы будем говорить об основах генной инженерии, то есть это будут там векторы, плазмиды, эндонуклеазы рестрикции, то есть то, что пришло к нам еще там из 70-х годов. Вот. И, возможно, вы с этим уже знакомы, и вам покажется, фу, какой скучный курс. Но поверьте, что потом внезапно для вас произойдет какое-то переключение, и начнется материал, с которым вы точно не знакомы.
Просто я по опыту говорю. Я знаю, что там среди вас есть те, кто на Олимпиадах побеждал и так далее. Очень подготовленные ребята. Это замечательно, конечно. Но я вам дам некую системную картину генной инженерии. И в конце курса я буду требовать от вас такой же системной картины в голове. Вот. А отрывочные сведения здесь вам не помогут. Это первое. Второе, значит, сложность заключается в том, что по этому курсу нет учебника. Так получилось. И поэтому ваши конспекты, они единственные, что, в общем, поможет вам на 100%. Вам также помогут презентации, которыми я с вами в конце поделюсь. В конце, потому что просто я курс каждый раз делаю апдейт. Некие курсы, и поверьте, что презентации и видеозаписи, вот, которые есть курсов прошлых лет, некоторых курсов, да, некоторых лекций, не всех, они вам помогут не до конца. Вот. Конечно, они помогут вам, но если вы не будете ходить на лекции, то что-то вы обязательно пропустите, а это что-то может быть очень важным. Вот. Поэтому я самое главное, что я хочу сказать – это нужно не мне, хотя мне всегда, конечно, приятнее читать лекцию в полной аудитории. Вот, но прежде всего это нужно вам. Пожалуйста, ходите на лекции. Это не пустые слова. Вот, по моему опыту, ребята, которые не ходят на лекции, ну, я помню, там, может быть, один или два случая, которые вот, ребята на половине лекции не были, а потом пришли, блестяще сдали. Вот за несколько лет, которые я читаю, таких случаев было вот, буквально там парочку. Вот. В остальных случаях вот просто... Правила совершенно незыблемые. Кто не ходил, потом приходит, огромная проблема. Просто сидит и не может ответить на вопросы. Этот курс, он является базовым курсом, то есть он занимает очень существенное место в программе. Билеты по этому курсу входят потом в госэкзамен, который будет на шестом этаже. На шестом курсе у вас. И поэтому, ну и вообще, факультет у нас называется факультет биоинженерии и биоинформатики. И поэтому, сами понимаете, курс генной инженерии, он очень важен. Потому что спросят вас потом, закончили вы курс, а вас спросят, расскажи-ка нам, что это вот такое вот за там, не знаю, CRISPR. Как это ребенка сделали там с помощью CRISPR, да? Может быть, мне сделать? Вот. Не помню, что-то там рассказывал, там Дмитрий, ну, не помню уже. Вот. Это очень обидно будет. Так, еще один вопрос. Есть ли среди вас биофизики? Отлично. Ну, биофизики. Просто у нас на курс приходят иногда биофизики с физфака. Я очень рад. Биофизика немножко сложнее, чем остальным, потому что у вас бэкграунд чуть-чуть другой. Но, в общем, стараемся. Но для биофизиков это факультативный курс, насколько я знаю. Да? То есть... Так. Что еще? Хочу провести такой небольшой опрос. Можно попросить вас поднять руки тех, кто работает в лаборатории в мокрой? Ну, то есть кто... Ну, в мокрой лаборатории. Ну, то есть не биоинформатикой занимается, а капает что-то. Ага, ну, половина примерно, да, наверное, или, может быть, две пятых. Спасибо. А кто, кстати, из тех, кто занимается мокрой работой, кто применяет геноинженерные методы, клонирует там? Двое, да? Двое с половиной, трое. Хорошо. Ага, ну здорово, четверо. Остановимся на четверых. Так, ну понятно. В общем, хорошо, значит, вы молодцы, но вот к вам как раз относился мой призыв не расслабляться, потому что что-то для вас сейчас будет знакомым, а потом вдруг бац, неожиданно начнутся какие-нибудь там лентивирусные векторы со схемой репликации. Для вас будет сюрпризом. Так, еще один вопрос, он не имеет отношения к курсу, но просто мне любопытно. Кто из вас планирует в науке потом остаться, когда вы закончите? Я не буду запоминать, не беспокойтесь. Можно воздержаться, да, я не буду. Мне просто любопытно. Хорошо. А кто вот останется в науке, вот несмотря ни на что, там, если будет, не знаю, там, зарплата очень низкая? Вот. Понятно. Ну ладно. Хорошо. Так, еще один важный момент, тоже относящийся к ведению. Значит, я всегда, когда начинаю читать курс, я выражаю респект моим предшественникам, значит, авторы курса. Изначально, когда факультет только начинался, курс был, в общем-то, разработан и создан
И до сих пор вот я пользуюсь этой базой. Ну, я, конечно, делаю апдейты и переработал его существенно, но, в принципе, вот именно разработчиков курса я бы хотел, чтобы вы знали. Это профессор Андрей Борисович Шортобетян, который и сейчас работает вот на третьем этаже корпуса Б. И его сотрудница Александра Георгиевна Истафьева, которая, к сожалению, умерла несколько, 2 года назад. Вот. Вот эти люди, они, я им очень благодарен, и поэтому хотел бы, чтобы вы тоже были благодарны. Так, значит, несмотря на то, что учебника нет, как я сказал, есть некое пособие по первой, наверное, половине, или, может быть, ну, третьей половине курса. Значит, это такой учебник, называется «СН Щелкунов». Щелкунов называется «Генетическая инженерия». Вот, это, значит, издательство «Новосибирск». И год издания вот этого, там есть совсем древнее издание, а вот этого издания 2010 год. Ну, соответственно, делайте выводы, да, что сейчас на дворе 2021 год, и даже то, что там, а там очень многих разделов курса нет, которые я вам буду читать. Но даже те, что есть, они, соответственно, там, ну, классическая генная инженерия там примерно такая же, хотя тоже не вся. Там, например, там всякие Golden Gate и прочее, по-моему, там нету. Так, ну, а так, к сожалению, вот если вы прогуляли какую-то лекцию, то в вашем распоряжении записи лекций, которые не всегда соответствуют, не всегда как бы полный материал представляют того, что будет в этом году. И обзоры на английском в основном, да, ну, как язык науки. И Википедия, на самом деле, тоже. Только не надо с нее списывать. Потом, как в прошлом году я сделал контрольную, она была онлайн. И потом смотрю, что-то текст какой-то шаблонный. Я же тоже Гуглом умею пользоваться. Сразу понятно, кто прямо цитаты приводит из Википедии. Но пользоваться для подготовки можно, почему нет. Там полезные материалы есть, можно доверять. Если что-то чему-то не доверяете, то спросите меня, я прокомментирую. Вот. В общем, весь массив накопленных человечеством данных и выложенных в интернете в вашем распоряжении тоже, но ходить на лекции – это самый лучший вариант. Презентации будут не ко всем лекциям. Вот, например, к сегодняшней лекции презентации не будет, к завтрашней не будет, и вообще первые там по ПЦР не будет. Да, поэтому, опять же, вот только конспекты. Теперь дальше. Значит, хотел вам показать анонс этих самых разделов, которые будут, но не буду просто компьютер включать для простоты. Просто на словах сделаю анонс, чтобы вы понимали, что не все будет такое, вот как вы услышите сегодня, там, завтра. Будет и ультрасовременные вещи. Ну, начнем мы с классической генной инженерии, то есть ДНК-векторы, плазмиды, там, ля-ля-ля, все такое. Ферменты для работы с ДНК, с РНК, потом будет ПЦР подробно изложен, потому что это очень важно, естественно, да, и хотя вы уже знакомы с ПЦР, но почему-то праймеры пишут в первой домашке, половина пишет праймеры не туда. Вот, да, у нас будут, кстати, домашние работы, их будет 3, будут 2 контрольные работы, будет коллоквиум в конце. Коллоквиум будет в такой форме, что он будет как бы в интерактивном режиме, как и вообще, кстати говоря, и наши лекции. То есть вы не стесняетесь прямо меня перебивать, задавать вопросы. Я только рад этому всегда, особенно если не знаю, что ответить, а кто-нибудь знает. Такое тоже бывает иногда. Вот. И коллоквиум будет такой, что это просто будет опрос, а потом будет экзамен, ну и для тех, кто не ходил, это кровавая баня, не потому что я садист, а потому что просто экзамен у нас в такой форме, что мы просто разговариваем по всему курсу. То есть там, конечно, есть билеты, и есть задачка, есть там задание писать все элементы плазмиды, но прием экзамена состоит в разговоре по всем разделам курса. Вот. И поэтому, ну, не рассчитывай на то, что получится там выучить
первые там 10 билетов, и потом вы сдадите на 5, вам повезет. Вот. Опять же, просто потому что я считаю курс базовым и стараюсь тут не халявить. И от вас тоже того же самого ожидаю. Так. Так вот, возвращаясь к разным разделам курса, да, кроме вот этой классической генной инженерии и всяких аспектов, там, скажем, к ПЦР будет прилагаться real-time PCR, там, и количественный ПЦР, будет про секвенирование, целая лекция про НГС, методы высокопроизводительного секвенирования, потому что у нас в курсе будут всякие подходы для создания библиотек, и эти библиотеки будут молекулярными библиотеками в том числе. Потом будет у нас работа с рекомбинантными белками. И, кстати, вот здесь вот я хочу сказать, что я, конечно, специалист во всей генной инженерии, но есть люди у нас в институте, мои коллеги замечательные, которые больше работают какими-то методами, и я иногда буду для прочтения некоторых лекций привлекать вот специалистов экстра-класса именно в этой тематике. Вот, например, скажем, по получению рекомбинантных белков будет читать курс Илья Теренин, потом там по количественному ПЦР будет читать Роман Зиновкин, по НГСу приедет, прочитает Татьяна Неретина, с которой вы знакомы, и по растительным векторам, работе с растениями будет читать вирусолог Петр Иванов и так далее. Вот. Но большую часть, конечно, лекции буду читать я. И вернусь к разделам опять. Значит, после рекомбинантных белков будет у нас раздел, посвященный всяким там интересным белковым сплайсингам, всяким еще вещам. Потом начнется крупный раздел по работе с клетками млекопитающих, и там будут векторы для работы с клетками млекопитающих, потом будут лентивирусные векторы, и вот с этого года, вот я уже говорил, что каждый год курс апдейтится, там в прошлом году, например, вышла очень интересная статья про использование CRISPR-Cas в варианте с обратной транскриптазой, и я тут же включил ее в курс буквально там через две недели после выхода статьи, как бы, пришлось ее прочитать, эту штуку. Потом, ну, когда там сделали этих девочек китайских, тоже это все было в курсе, обсуждалось. То есть вот это к тому, что курс постоянно обновляется, и в этом году мне придется ввести про аденовирусные векторы в курс, хотя раньше я считал, что это такая технология, которая не нашла коммерческого востребования в генной терапии, но вот внезапно оказалось, что для вакцин-то она как раз и применима. И мы с вами разберемся, почему именно для вакцин, а вот в генной терапии, например, с ней, в принципе, маловероятно, что эта технология будет востребована. Потом начнутся всякие уже совсем креативные вещи, про химерных животных с вами поговорим, про плюрипатентные клетки, про использование там, донорских органов для ксенотрансплантации, выращенных в свиньях там, и прочее. В общем, будет интересно. Много будет сказочного, волшебного. Ну и чтобы эта сказка не превратилась для вас в страшную сказку в конце, пожалуйста, ходите на лекции. Так. Что еще? Ну, база, которая у вас есть, это молекулярная биология, курс, который вы прошли, да? И я очень рассчитываю, что вы будете достаточно компетентны, не станете путать транскрипцию с трансляцией, с репликацией. И слова промотор, терминатор мне не нужно будет для вас объяснять уже, и что ДНК синтезируется в направлении к спящ-штрих, к три-штрих, это тоже для вас не будет сюрпризом хотя бы. Вот. К сожалению, вот опыт показывает, что когда вы в теории об этом размышляете, это одно, а когда перед вами оказывается задачка, где надо просто решить, как, значит, например, как затупить. Затупить не в том смысле, как, вот, а затупить, по-настоящему затупить. Вот, и вы тупите не так, как нужно. Так, значит, этот курс также, надо сказать, что он практикоориентированный курс,
То есть у нас будет много теории, много новой для вас теории, но будет и будут какие-то вещи, которые именно вот в лаборатории люди применяют. И здесь я хочу сказать, что некоторые биоинформатики немножко как снобы относятся к этому делу. Зачем мне знать, там, как выделять плазмиды? Поверьте, это вам будет очень полезно, биоинформатикам. Вам как раз это будет полезно даже в первую очередь, потому что другие с этим так или иначе столкнутся, а вы потом начнете обрабатывать данных МГС, да? И там, например, не знаю, кто-то там, данные, которые были получены путем там трансфекции библиотеки плазмидной, например, да, и изучали какой-то аспект, а потом на ПЦРили с этой плазмиды что-то, отдали на НГС, вы смотрите на эти данные, не можете понять, что это такое вообще. Вот. Чтобы такого не было, будьте профессионалами во всем, в генной инженерии тоже. В конце у нас, ну, вернее, не в конце, после экзамена, то есть это будет уже летом, я надеюсь, если все будет нормально, если не будет никаких у нас сюрпризов очередных, у нас будет практикум, ну, вернее, у вас будет практикум, по генной инженерии, где вы сами своими руками сделаете несколько генноинженерных векторов, плазмид, трансфицируете их в клетки млекопитающих, посмотрите, как они на это реагируют, померите экспрессию генов репортеров, поставите там Western blot и выделите рекомбинантный белок, красивенький, я надеюсь, что все это получится у нас с вами. Так, ну что же, да, небольшое отступление по поводу, вот как я сказал, практика, она у нас в июле. Я не знаю там, как будет развиваться вся эта история с пандемией и так далее, но если все будет нормально, то июль у вас где-то до там 20-х чисел, он у вас будет занят. Поэтому я знаю, что многие любят ездить на летние стажировки, и, по-моему, это замечательно совершенно. Но вкладывайте это в свои планы. Те из вас, кто хочет от практикума освободиться, такая возможность есть, только не освободиться, а отработать его раньше. То есть это касается прежде всего тех, кто работает в мокрых лабораториях. Вы можете, если вы эти методы, которые у нас есть на практикуме, я потом там дам вам список задач, 5 задач есть на практикуме. Если вы такие примерно задачи делаете в лабораториях, то просто ваш научный руководитель, и если эта лаборатория где-то не на факультете, не в институте в нашем, то еще какой-нибудь куратор из наших сотрудников пишут вам бумагу, что вот такая-то, такая-то задача освоена. Вот. И просто, ну, я верю вашему руководителю и куратору, конечно, и вам тоже верю. Вот. Ну, в общем, самое главное, чтобы вы владели этими методами. Да? Если вы в тех редких случаях, когда люди сами не работают этими методами в лабораториях, но им очень нужно освободить, например, последнюю неделю практикума. В принципе, были такие случаи, когда люди специально находили какую-то лабораторию, чтобы отработать, например, там, пятую задачу и освободиться там на 2 дня раньше. Такое тоже бывает. Вот. В общем, мы это все можем обсудить, но в принципе, вот большинство, конечно, будет проходить практикум в срок, и имейте в виду, что где-то до 20-х чисел июля у вас будет занято. Это вот просто заранее говорю, чтобы не было такого, что вдруг в начале, там, в конце сессии подходят ко мне и говорят кто-нибудь, а у меня вот стажировка, отпустите меня. Ну, что значит отпустить? Есть учебный план, это не ко мне вопрос, как к учебной части. Да? План надо выполнять. Так. Теперь еще небольшое отступление. Значит, я буду иногда позволять себе в моей речи всякие жаргонизмы, там, написиарить, не знаю. Я буду в этот момент, как правило, говорить, что это жаргонизм. И такие слова обязательно нужно знать, чтобы вы не были белыми воронами в лаборатории. Но в вашей литературной речи, там, при написании дипломов, там, курсовых дипломов, вы должны знать, что это жаргон. Там не надо писать в дипломе «я написиарила» там что-нибудь. Да? Значит, надо писать фрагмент, там, мы амплифицировали фрагмент ДНК, например, да? С помощью полимеразной цепной реакции. Будут какие-то термины будут даже английскими, я даже иногда по-английски буду писать, но как бы мы разговариваем по-русски и очень любим наш язык, поэтому у каждого термина есть российский аналог.
Но иногда можно и использовать кальку, но опять же не в письменной речи. Теперь так, про домашки сказал, про контрольные сказал. Курс интерактивный, еще раз повторяю. Я иногда что-то могу спрашивать. Вот, я постепенно буду стараться вас узнать. Буду просить вас сказать ваши замечательные имена, буду пытаться их запоминать. И если голова меня не подведет, то в конце я вас буду знать, как я уже говорил. Это обычно пугает. Так, все, последний бонус. Это очень небольшое количество из вас. Ну, человек 5, там, 7 со всего курса, не знаю, в зависимости от объема курса, в зависимости от того, как сложится год. Может быть, в конце получат автоматы, вот. Но небольшое количество, то есть не нужно рассчитывать. Вот контрольные и самые главные домашки, контрольные и самые главные ответы на коллоквиум, вот это интерактивном, они позволят мне, ну, посещаемость тоже, хотя как бы это во вторую очередь. А вот письменные работы и работа, так сказать, в классе и на коллоквиуме ответы, они позволят мне сформировать мнение о каждом из вас в конце. И те из вас, кто действительно, вот я буду знать, что просто уже нет смысла на экзамене вас ждать, потому что вы все знаете точно. Вот этому небольшому количеству ребят будет поставлен автомат. Ну, а для кого-то, к сожалению, экзамен превратится и в последний. Вот, потому что уже... Да. Ну, это чтобы вы не расслаблялись, да. Ну, действительно, шутки шутками, а у этого курса уже есть жертвы, то есть просто люди, которые были отчислены с факультета, некоторые умудрились дважды это сделать из-за того, что не прошли этот курс. Вот. То есть это серьезная вещь, и действительно курс сложный. Так. Четвертый курс? Не знаю. В смысле, в следующем семестре у нас тоже экзамен? Не-не-не, курс геноинженерии у вас вот сейчас на третьем курсе один раз. У вас есть молекулярная биология еще на пятом курсе еще раз. Вот с молекулярной биологией у вас действительно такая ситуация, что сначала читается такой базовый курс, простой, а потом читается настоящий уже курс, когда у вас бэкграунд нарощен. Это я был одним из тех, кто настоял как раз на этой схеме. Она кажется немножко странной. Вот, и особенно для тех, для кого базовый курс кажется простым, но базовый курс для того, чтобы выровнять ваш как бы, некий уровень знаний, вот, для того, чтобы базу у вас вложить, опять же, системно. Вот университетское образование, оно же важно именно тем, что вы получаете систему знаний. То есть у вас после школы, у многих там олимпиадников и так далее, часто есть большой багаж знаний, это замечательно, очень здорово. Вот и они правильные знания, я ничего не хочу сказать, вот, но часто нет системы. Вот университет вам создаст базу. И вот этот курс, в частности, он эту базу сильно нарастит, он ее сделает вот в генной инженерии, если вы будете ходить на лекции, то он сделает ее железобетонной. Потом вы на этом нарастите ваши все навыки и сможете редактировать людей, когда этому придет время и Родина потребует. Так, ладно, все, хватит болтовни, стираем неважную информацию и начинаем важную. Так. Плохо стирается неважная информация. Итак, или перерыв сделаем 5-минутный, как вы хотите. Ну, как хотите, смелее. Перерыв или нет? Хорошо, не перерыв. Так, тогда начнем. Итак, значит, геноинженерия имеет отношение, по сути, ко всем главным биологическим макромолекулам, ДНК, РНК, белкам. Со всем из них мы будем иметь дело, со всеми этими полимерами. Ну, естественно, я не буду вам сейчас банальщину всякую рассказывать про то, как выглядит ДНК, РНК, белки. Вы прекрасно знаете, из чего они состоят и так далее. Но скажу о некоторых особенностях, которые на практике, поскольку курс практикоориентированный, на практике имеют значение на самом деле. Да? То есть первая вещь, которую я хочу вам, чтобы вы поняли и вложить в вашу голову, это то, что размеры этих макромолекул, они на самом деле
друг с другом соотносятся довольно странно. То есть вот когда вы смотрите на компьютере, да, особенно в информатике, смотрите на компьютере, там бац, написано АА, ГЦ, 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 ТТ, ТТ, да, а потом написано там АКЛ, там КН, Ж и так далее. Ну, казалось бы, что вот здесь последовательность из букв, здесь последовательность из букв. Да? Буквы немного разные, но примерно одно и то же. А на самом деле, если вы посмотрите, как в пространстве устроена молекула белка, и рядом вы увидите молекулу ДНК, например, да, то это будет выглядеть немножко неожиданно для тех, кто никогда до этого не смотрел на такие картинки. Потому что вот у вас молекула ДНК, да, спираль, и у нее есть там большая бороздка, малая бороздка, вы знаете, да, вот эти вот штуки. И вот у вас при этом белок. Белок – такая глобула и какой-то, например, ДНК-связывающий домен. И что? Вот у вас вот целый вот этот домен, который сделан, например, там, из 50 аминокислот, которые свернуты там в бета-слои, в альфа-спирали, да, и в итоге такая глобула. И вот вся эта глобула, представляете, 50 аминокислот помещается в одну бороздку. Ну, не целиком, как бы, да, то есть она еще там торчит куда-то и так далее. Но вот там, например, там две альфа-спирали какие-нибудь там вот так взаимодействуют, бас туда ложатся, и вся глобула туда вот как бы входит. А одна бороздка ДНК – это сколько пар оснований? Спите? Ну, сколько на виток, в одном витке оснований? Ну, что-то в этом роде, да. Ну, в зависимости от формы ДНК, правильный ответ, да? Ну, например, там где-то 10 с небольшим. Вот. И представьте себе, да, вот такие вот соотношения. Это на самом деле нетривиально. Меня, помню, в какой-то момент это удивило. Это первое. Второе. У этих полимеров разная стабильность. Разная стабильность. Что, в чем это выражается? ДНК стабильна или нет, как вы думаете? Ну, относительно других полимеров. Стабильно, конечно. То есть пробирку с ДНК, если вы забыли на рабочем столе, и руководитель это заметил, то кровавой бани не будет. Потому что ДНК достаточно стабильна, и свидетельством этому является то, что сейчас там секвенируют неандертальцев, например. Да? То есть там, конечно, фрагменты остались небольшие, и собрать геном – это особая сложность. И есть проблемы с модификацией оснований. Спасибо большое. О, здорово. Вот. Но, тем не менее, пролежала там ДНК, не знаю, там 20 тысяч лет, да? А ее потом можно определить ее последовательность. То есть, конечно, ДНК стабильная. РНК стабильная или нет? РНК нестабильная. Она нестабильна по двум причинам. Во-первых, химическая структура ДНК. Вот у РНК, несмотря на то, что с ДНК отличие очень небольшое, да, ну, вы знаете, в чем отличие, да, между ДНК и РНК. В чем отличие, да? Ваша группа. Замечательно. Так. Вот. Всего лишь такое маленькое химическое отличие приводит к тому, что РНК, очень, ее именно сахарофосфатный остов, очень нестабилен. Просто вот это внутренние свойства этой молекулы. Но кроме того, вторая причина нестабильности в том, что повсюду вокруг летают РНКазы. И РНКазы продуцируются нашим с вами телом. Вот, это может показаться странным, но на самом деле ничего странного. И небезызвестный коронавирус, а также другие РНК-содержащие вирусы, пикорновирусы и так далее, поверьте, что они летают вокруг нас с вами постоянно. Не только когда мы там ходим без маски во время коронавирусной пандемии. Вот. Вообще, если посмотреть, сколько штук организмов есть на Земле, то будет выглядеть примерно так, что вот это вот вирусы, а вот это все остальные. Вот. Ну, по биомассе, конечно, не так. Ну, по крайней мере, если вот взять просто океанскую воду, например, и там посмотреть. Вот так вот будет, вот так вот. Интересно. Так вот, РНК, конечно, нестабильна еще во многом потому, особенно при работе с ней, да, что у нас на руках, там, в слюнках, в сопельках, у кого что есть, там РНКазы находятся. И когда вы случайно
поправили волосы над пробирочкой, в которой было РНК, то это может плохо кончиться для вашего, для РНК. Вот. Но и ДНК, и РНК, они, в принципе, трудно денатурируют зато. А вот белки, хотя сами по себе химически цепочка белка, она, в принципе, довольно стабильная, если нету протеаз. Хотя протеазы тоже повсюду есть, конечно. Вот. Но без протеаз белок, в принципе, цепочка стабильна. Но вот у белка есть другая проблема. То есть, поэтому можно сказать, что белки – это тоже нестабильные полимеры в том плане, что они легко денатурируют. Да? И поэтому, если вы пробирку с препаратом очищенного белка оставили на столе, а это был какой-нибудь препарат фермента, купленный за 500 баксов, скажем, там 10 микролитров, такие очень распространены в нашей практике, к сожалению, вот, то руководитель будет недоволен, расстроится и обидится. Вот такие вот дела. Это тоже важно знать. Так, ну теперь в основном мы в первой части курса будем говорить о ДНК, а про белки, белок-белковое взаимодействие и прочие вещи будем говорить попозже, когда вы будете готовы. Про рекомбинантные белки тоже чуть позже. Поэтому начнем с ДНК. Значит, ДНК полезно представлять себе, что зачастую эти молекулы очень большие. То есть вы знаете, что если мы возьмем из какой-нибудь клетки вашего тела, вытащим всю ДНК и развернем ее, да, то это будет типа там столько вот. Вот, представляете, да? То есть там есть еще какие-то такие более впечатляющие аллегории. Если всю ДНК вытащить из каждой клеточки вашего тела, ну это уже жестко. Вот. И сложить их все, там то что-то там от Земли до Луны будет, там какое-то расстояние, еще что-то в этом роде. Я этого не помню точно, но все равно это впечатляет, да? То есть ДНК — это, что я хочу сказать, вот геномная ДНК — это длинные молекулы. Конечно, 2 метра — это не одна молекула ДНК, да, у вас там 46 хромосом у большинства. Вот. И, значит, тем не менее, одна хромосома — это тоже там сантиметры, представляете? Поэтому, если вы выделили тотальную ДНК там, из клетки человеческого организма, и потом ее, например, налили к ней спирт, и она вот такая вот, на что она похожа, ДНК? Она похожа на соплю. Вот. И это, конечно, разочаровывает немного. Вот. Она такая вот тянется, такая как слизь какая-то. Но, тем не менее, вот что есть, то есть, это основа нашей жизни. Вот такая вот сопля. Вот. Значит, длины, если мы будем мерить не в метрах, что довольно глупо, а будем мерить в количестве пар нуклеотидов, то наша с вами ДНК – это сколько пар нуклеотидов? Давайте начнем знакомиться. Как вас зовут, девушка, которая самая уверенная в том, что будет заниматься наукой, несмотря ни на что? Ира. Ира. Лера. Очень приятно. Так. Сколько? 3 миллиарда. Правильно, да. Совершенно верно, да. Ну, гаплоидный геном. Вот. А у Шерихи Коли, например, порядок другой. Там 10 в 6, да? Ага. То есть миллион всего. Ну, там 4-6 миллионов. Вот. У пшеницы 10 в 10. Вот. Но это тоже как бы все-таки банальные вещи, тем не менее полезно представлять масштабы. Да? Эти масштабы нам пригодятся, когда мы будем с вами обсуждать, как сделать геномные библиотеки, например. И это все нам пригодится. Теперь, какая ДНК бывает в плане функциональном? Бывает геномная ДНК, да? Мы о ней уже поговорили, но бывает, ну и ДНК геномная, это значит хромосомы, да, то есть у даже про единственную молекулу ДНК, которая есть у Escherichia coli, ну в смысле единственную, что геномная ДНК, да, про нее говорят, что это хромосома тоже. Ну, а у нас с вами хромосомы, вы их много раз видели на картинках, митотические хромосомы. Ну, в интерфазе они как бы такие же, как бы сопли, только упакованные очень хорошо. Вот.
Вот это геномная ДНК. Кроме геномной ДНК могут быть какие-то экстрахромосомные элементы. Ну, у нас с вами они, не сказать, чтобы очень распространены. Вот. Есть всякие экзотические случаи интересные. Но вот у бактерий, например, да, экстрахромосомные ДНК очень распространены, эписомы, так называемые, да, то есть ДНК, которая существует вместе с геномной ДНК. И наиболее распространенной и важной для нас формой будут плазмиды. Про плазмиды мы поговорим. Теперь, опять же, немножко банально, но без этого никак. Пи-штрих и три-штрих концы ДНК. То есть ДНК мы будем изображать там, на наших уроках не двойной спиралью, будем изображать вот такими двумя линиями. И три-штрих конец мы будем изображать стрелочкой. Вот мы сейчас с вами просто договариваемся о том, как вы будете изображать там в домашних работах и так далее. Да? Это некая договоренность. Она общемировая, в кругу профессионалов она принята, и вы, значит, должны это знать, и чтобы на одном языке разговаривать с вашими коллегами. Значит, пять-штрих конец в подавляющем большинстве случаев, ну, то есть правильно его, общепринято его, ну, не то, что правильное, да, здесь нет правильно, неправильно, все симметрично, но общепринятое изображение такое, что если рисуются две цепи, или там они пишутся буквами, там, да, то пять-штрих конец слева у верхней цепи и справа у нижней. Давайте с вами так договоримся. Хорошо? Значит, если... Я очень рад. Если вы пишете мне или кому-то из ваших коллег последовательность ДНК и не указываете пять-штрих и три-штрих концы, то я по умолчанию считаю, написали вот так вот, да, или вот так вот, ну, две цепи-то редко пишут, да, достаточно одной цепи. Вот вы написали какую-то последовательность, да, и не указали, где здесь пять-штрих конец, где три-штрих конец. Внимание, мы с вами договариваемся раз и навсегда, что в этом случае я считаю, что пять-штрих конец у вашей последовательности находится слева. Это важно, когда вы начнете, например, писать праймеры. Вы пишете праймер, пишете его с три-штрих конца к пять-штрих концу, не ставите никаких пометок. Я считаю, что он написан с пять-штрих конца к три-штрих концу и ставлю вам оценку. Вот. Так. Теперь. Синтез ДНК, опять же, банальщина. Вы вот не расслабляйтесь, это все вы знаете, я надеюсь, просто я освежаю в памяти. Но поверьте, что это не лишнее то, что я сейчас делаю. И я еще не раз мне придется это делать при разборе домашек. Полимераза при синтезе добавляет нуклеотиды к три-штрих концу. То есть синтез в направлении пять-штрих-три-штрих не означает, что... Ну, я даже сложно понять, почему некоторые люди в другую сторону пишут. Но, в общем, короче говоря, вот этот принцип, синтез от 5-штрих к 3-штрих концу, означает, что к 3-штрих концу добавляются нуклеотиды. Все, к 3-штрих концу. Если вы интересуетесь молекулярной биологией, то, возможно, вы знаете, почему в природе так устроено. Кто-нибудь знает? Просто руку поднимите. Здорово, как вас зовут? Александр, замечательно, Александр знает. Вот. Но это определенные энергетические из соображений энергетических там, как бы, да, энергия приходит из нуклеотид трифосфата, который используется для построения. И если сделать, что к 3-штрих, 5-штрих концу, а нуклеотиды будут выглядеть так же, как и сейчас, когда у них фосфатики на 5-штрих конце, то мы получим невозможность пруфридинга. Профридинг – это когда полимераза, увидев, что она что-то не то встроила, может отъесть один нуклеотид и вернуться назад. Значит, мы об этом тоже скоро поговорим. Так, теперь масштабы вещества, с которыми мы будем работать с вами.
и теоретически, и практически. Как правило, это микрограммы. Микрограммы. То есть очень небольшие количества. Да? И кто-нибудь знает, как микрограмм лабораторными людьми обозначается? Лера? Ну да, вот так. Загадку-то загадал, да? Ага. Не, вот есть такое обозначение гамма. Тоже неофициально. Я вам говорил, что будет какой-то там жаргон такой, да? Если мю, это просто микро. Микрограмм, микролитр. Микро, но это не общераспространенное. Вот гамма, это вот вы приедете там, например, в лабораторию, там, американскую или китайскую, в китайской не был, но, наверное, так же, на самом деле. Напишите там 5 гамм, и все поймут, поверьте. А если вы напишете 5 мю, не знаю, вот если вы напишете 2 мю, то это будет... А? Все, может быть, да. Но, да, ну, наверное, да, 5, наверное, микрометры, да, скорее всего. Я не микроскопист, на самом деле. Вот про гамму, пожалуйста, запомните, это пригодится. Так, теперь манипуляции с ДНК, а также с РНК, в принципе, с нуклеиновыми кислотами. Так, люди уже начинают зевать. Давайте мы сделаем 5-минутный перерыв. Я только сейчас понял, что часы стоят. Давайте 5 минут, через 5 минут обязательно возвращаемся, да? Далеко не уходите. You are currently the only person in this conference. Да. Вы говорили, что белки химически более стабильны, ну, химически более стабильны, но они легко денатурируют. У меня возник вопрос. Нам рассказывали на нашем курсе по молекулярной биологии, по вторичной структуре РНК, что она там тоже выпетривается и тоже может... Да, она тоже может денатурировать, да, но РНК... обычно проще ренатурирует. То есть вот если вы, ну, конечно... ДНК больше возможно трансформации, я понимаю, поэтому там сейчас... Нет, ДНК тогда... Ну, про денатурацию ДНК мы много будем говорить, вот когда ПЦР будем проводить и выделение плазмид. Вот. А вот про денатурацию РНК более сложный вопрос. Я как раз РНК много работаю, потому что я трансляцией занимаюсь. И могу сказать, что длинные молекулы РНК, вот, например, там рибосомная РНК, если вы ее нагреете... кипяток поставить, а потом как бы в лед, например, да, то она, конечно, потеряет всю функциональность свою, потому что такая большая молекула РНК не сможет свернуться сама, как нужно. И, ну, по сути, будет как белок, денатурированное все. Более того, даже сложные молекулы РНК иногда невозможно получить в нативной конформации, если их синтезировать другой полимеразой, которая с другой скоростью работает. Вот. Но это все такая уже очень тонкие вещи, более экзотические, потому что да, потому что, например, ну, скажем, если мы возьмем МРНК, да, то есть, то, ну, она всегда тоже в виде какой-то глобулы находится, но если вы ее
там в клетке засунете, например, ну, затрансфицируете в клетке ей, то, ну, она как бы начнет транслироваться рибосомой, там все эти структуры свернутся, все будет нормально. Вот. А если вы белок там денатурируете, да, то, ну, как бы вероятность того, что он свернется правильно, даже в присутствии шаперонов, если он серьезно денатурирован в большом количестве, ну, она очень невелика. Вот. А самопроизвольная ренатурация белка – это вообще как бы, ну, вот. Ага, так что… Еще вопрос. Ага. Да. Кстати, как вас зовут? Вы записались здесь? Там, что-то. Ага, 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 вот окей. Мне мою почту тоже, наверное, стоит дать? Давайте, да-да-да, это очень важно. Ага, давайте. Да, номер старост, давайте запишем. Давайте вот сюда старост запишем. Как вас зовут? Я Соня, а еще Руслан. Я 31-й группа. Хорошо. Угу. Соня, замечательно. А у кого работает Соня? А? У Гильфанда, понятно. Да, спасибо. Ага, здорово. А кто-то еще планировал ходить или нет? Почта? Да, давайте почту, мне пригодится, конечно. Почта даже удобнее, на самом деле. Да, у меня было парочка одногруппников, которые планировали ходить. К сожалению, ваши лекции пересекаются с другими обязательными лекциями. Ага, понятно. Да. Ну, как показывает опыт, обычно биофизики исчезают и перестают ходить. Ну, я ничего не хочу сказать. Я на самом деле тоже смотрю, я, может быть. Ага. Окей. Да, Руслан, напишите, пожалуйста. А, ну хорошо, если вы здесь уже написали. Ой, так, коллеги, 5 минут прошло, давайте садиться, а то мы не успеем. Прошу вас. Так, давайте, давайте, рассаживайтесь. И начнем. Угу, спасибо, Соня. Так, большое спасибо за списки и так далее. Это нам очень пригодится. Итак, продолжаем. Значит, по поводу того, как работают с ДНК. Значит, с нуклеиновыми кислотами и с белками. Если у вас смесь нуклеиновой кислоты и белка, то есть простой способ их разделить. Это тоже полезно знать. Ну, а у вас обычно, если это что-то, какой-то экстракт, там клеточный лизат, например, да, то там есть нуклеиновые кислоты, есть белки. Есть простой способ это, их разделить. Это органические растворители, как правило, используется фенол или смесь фенол-хлороформ. Еще иногда изоамиловый спирт туда добавляется. Вот это вот такая смесь, которую если добавить, то что произойдет? Белки при этом денатурируют, да, потому что у белков есть, как вы знаете, как правило, такая вот структура есть. И внутри обычно бывает что-то гидрофобное, а снаружи всегда бывает гидрофильное, да? Чтобы белок взаимодействовал с водой. Полярные аминокислоты, заряженные аминокислоты. И вот когда вы добавляете органический растворитель, такой вот как фенол, фенол-хлороформ, смесь, у вас белки денатурируют, выворачиваются как бы наизнанку. Да? И некоторые из этих белков слипаются и оказываются на границе, на интерфазе водной фазы и фенольной, фенольная внизу. Вот. А некоторые просто полностью уходят в фенол, которые такие более жирные. Вот. И в водном растворе над интерфазой у вас остаются только нуклеиновые кислоты, ДНК, РНК. Это вот такой вот способ. Потом, если вы берете эту надфенольную вот, эту водную фазу чистенькую и добавляете к ней спирт, ну, обычно там 3 объема спирта добавляют и еще добавляют натрий-ацетат, там, 3-малярный, 1/10 объема, у вас нуклеиновые кислоты выпадают в осадок. Это тоже такой простой способ сконцентрировать нуклеиновые кислоты. Вот такие вот вещи, тоже практически, они очень полезны. Ну, значит, для того, чтобы адекватно работать с биомолекулами, всегда помимо воды у вас должны быть какие-то соли и буфер,
да, то есть эти макромолекулы любят pH обычно нейтральную, ну, как правило, да, то есть pH порядка там 7-8, 7,5 и так далее, классический pH для всяких функциональных SCF. И, как правило, должна быть какая-то соль, то есть там калий-хлор, какие-нибудь там 100 ммоль, там, или натрий-хлор, или, ну, вот, в принципе, вот это такой минимальный набор, который позволяет макромолекулам себя комфортно чувствовать. Это касается и ДНК, и РНК, и белков. То есть для вас это может быть шоком, но если вы возьмете очень чистую воду, казалось бы, вода – это там основа жизни, но если просто в чистую воду капнете белок, то белок у вас денатурирует. Более того, как это не парадоксально, если вы возьмете ДНК, ну, именно ДНК, полностью очищенную от солей магния там, и так далее, что на самом деле очень сложно сделать, в принципе. Но если вы этого добились и добавили вот в мелику, да, мелику – это вода, которая вот очищена там с помощью ультрафильтрации и прочих вещей, она, значит, сделана просто деионизованной полностью, то у вас цепи ДНК, как ни странно, разойдутся. Почему? Потому что ДНК – это две цепи, каждая из которых заряжена отрицательно. Это, на самом деле, вот нетривиально тоже. То есть многие всегда привыкли, что ДНК – это двойная спираль там, и так далее. Но эта двойная спираль, каждая из цепочек отрицательно заряжена. Вас это не удивляет? Они же две отрицательно заряженных полимера, два, по сути, должны друг с другом находиться в стабильном комплексе. Так вот, тут ничего удивительного и нет. Если вы никаких солей не добавите к этим двум цепочкам, то они как раз разойдутся. Хотя тоже, кстати, вот нетривиальная вещь, как ни странно, большую энергию в стабилизацию двойной спирали вкладывают вовсе не те вот водородные связи, которые вы со школы там знаете, вот от ЭГЦ, там вот это все во всех учебниках, там Уотсон-Крик там, и так далее. А на самом деле гидрофобные силы гидрофобного взаимодействия, отталкивание от молекул воды, которые снаружи окружают. То есть гидрофобные, у ДНК что гидрофобные? Основания, да, основания, они гидрофобные. Вот. И вот они друг с другом образуют такую вот гидрофобную серединку, а снаружи идет отрицательно заряженный сахарофосфатный остров. Так вот, несмотря на эту вот силу гидрофобного взаимодействия, отрицательно заряженные цепи отталкиваются, и если не экранировать их ионами, ну, как правило, это ионы магния, нуклеиновые кислоты любят магний, вот, правда, ДНКазы и РНКазы тоже любят магний, поэтому магний не всегда безопасен, вот, но, ну, либо моновалентные какие-то там катионы тоже могут образовать такую шубу из ионов, и ДНК больше не пытается цепочки разойтись. Вот. Но, тем не менее, вот поэтому в любом буфере поэтому должен быть сам забуферивающий агент, чтобы pH был адекватный, и какие-то ионы, которые обеспечивают тоже соляные всякие вот мостики и взаимодействие с заряженными остатками сахарофосфатного остова или аминокислотами. Вот. Вот эта процедура, кстати, процесс, вернее, который я только что описал, расхождение двух цепочек ДНК, его можно добиться и также и повышением температуры. Как вы догадываетесь, да, вы знаете про ПЦР, мы про это будем говорить через два занятия много. Так вот, вот этот вот процесс, когда две цепи расходятся, он на жаргоне называется плавление. Сказал бы, странно звучит, да, плавление, что-то там расплавилось. Вот ДНК плавится, это такой термин, ну, не совсем официальный. Теперь еще один такой неофициальный термин – это клонирование. Часто говорят, мы в лаборатории клонируем. Вот. Но словом «клонирование» надо бросаться осторожно, потому что оно очень многозначное. И сейчас, когда уже наши технологии достигли таких высот, что мы клонируем там, ну, чуть ли не людей, да, то есть клонируют организмы. Организмы вовсю клонируют, включая млекопитающих, там буквально просто уже в сельском хозяйстве и так далее. Клонирование – это просто создание копии. Да? И в зависимости от того, о чем идет речь, речь может идти либо о
клонирование организма, либо клонирование клеток организма, да, то есть когда одна клетка с одним и тем же набором дает несколько идентичных потомков, и потом они рассаживаются и создают разные клеточные линии, например. Да? Вот это клонирование, клеточное клонирование. И чаще всего у нас с вами в курсе будет молекулярное клонирование, то есть когда вы создаете копии молекул. Вот. Теперь очень важное понятие, которое надо понимать, что оно означает. Это понятие вектора. Что такое вектор? Вектор – это нечто, предназначенное для доставки чего-либо куда-либо. Вот. То есть, например, скажем там, комар – это вектор для доставки малярийного плазмодия. Вот. Но у нас с вами чаще речь пойдет о молекулярных векторах или векторах, кто как больше предпочитает говорить. Значит, векторы или вектора у нас будут чаще всего молекулярные. То есть это будут плазмиды, например, это будут лентивирусные векторы, аденовирусные векторы там, вот, и прочее, прочее, прочее. Значит, задача этого вектора, молекулярного вектора, это вносить чужеродную нуклеиновую кислоту в клетки. Значит, чаще всего мы будем с вами обсуждать внесение в клетки чужеродной ДНК, но в некоторых случаях существуют и РНК-векторы. И вот, например, там, скажем, в генной инженерии растений будет очень много у вас векторов на основе РНК-содержащих вирусов растений. Так, еще одна задача, которую часто обеспечивает вектор, хотя на самом деле не всегда, но часто, это репликация вашего вот этого чужеродной ДНК, которую вы вводите. То есть чаще всего задача не только доставить чужеродную ДНК в клетку, но еще и обеспечивать ее поддержание в этих клетках и размножение желательно. Да? И про это с вами мы тоже все поговорим. Теперь, векторы бывают разные, и бывают, ну, самые примитивные, это клонирующие векторы. Клонирующие векторы, они нужны просто для того, чтобы увеличивать количество чужеродной ДНК. Вот. Но на самом деле в современной генной инженерии такие векторы очень редко используются. Мы очень скоро сейчас вот уже перейдем к конкретике какой-то, будет не так скучно, но пока вот тем не менее. Значит, они редко используются, потому что в основном сейчас векторы, они все клонирующие по умолчанию, то есть они и так там в клетках Escherichia coli всегда можно их наработать и размножить. Но, как правило, у вектора есть какое-то еще дополнительное предназначение. И, например, это может быть экспрессионный вектор. Вот. Экспрессионный вектор. Или, например, там вектор с репортером. Ну, в принципе, это тоже некоторые считают, что репортер говорит неправильно, и что нужно говорить репортер. Я, честно говоря, не знаю, как говорят так и так. Я говорю репортер, но, в общем, может, это и не очень корректно. Вопрос вкуса. Значит, вот репортерные или репортерные векторы – это векторы, у которых есть какие-то гены, репортерные гены, и можно следить за экспрессией этих репортерных генов в клетках. Кроме того, они могут экспрессировать что-то такое, что подавляет экспрессию, наоборот, эндогенных генов. Да, вот сейчас. Для подавления экспрессии эндогенных генов. Эндогенные гены, немножко звучит странно. Значит, ну, эндогенные – это то, что если мы что-то вводим в клетку, да, то у нас мы будем называть вот
то, что в клетке было изначально, это эндогенное что-то, да, там гены, например, а то, что мы ввели, это будут у нас экзогенные, нуклеиновые кислоты какие-то, да. Это разные, да. Какие бывают векторы, в принципе. А, вот это, ну да, можно сказать. Это все классификация, она такая. Не надо ее как некий там шаблон себе впечатать в голову. Я просто вам рассказываю, какие они, в принципе, бывают. Это не то, что какая-то классификация у них вот стабильная. Просто как бы разнообразие. Разнообразие того, для чего используются векторы. Значит, какие есть требования к векторам? Или к векторам, да? Очень полезно, если у вектора самого по себе небольшой размер. То есть небольшой, то, что размер вот той части, которая представляет из себя непосредственно вектор, выполняет задачи именно доставки чужеродных ДНК или размножения. Чем эта часть меньше, тем на самом деле удобнее, конечно. Потому что у вас тогда больше места остается для какой-то полезной нагрузки. Чем меньше вектор, тем лучше. Значит, дальше. Обязательно в векторе есть место для вставки чужеродной ДНК. Ну, или РНК, если реже. Но РНК вставить довольно сложно, хотя можно. Чаще всего, конечно, векторы ДНК-овые. И, значит, что? Хорошо, чтобы небольшой размер был. Потом хорошо, чтобы обязательно нужно, чтобы было место для вставки чужеродной нуклеиновой кислоты, да? И, как правило, такое место в векторах, с которыми мы чаще всего будем иметь дело, а чаще всего мы будем иметь дело с плазмидами, которые являются кольцевой двухцепочной молекулой ДНК. Вот в плазмидах, с которыми мы чаще всего будем иметь дело, в них есть специальный участок, где прямо много-много сайтов узнавания специальных ферментов N-нуклеаз рестрикции. Вот. И такое место называется полилинкер или multiple cloning site. Мы про это с вами завтра поговорим, когда будем изучать эндонуклеазы рестрикции или рестриктазы. Теперь еще одно свойство вектора полезное. Оно не у всех векторов есть. Автономность репликации. Значит, это свойство не является неотъемлемым свойством вектора, потому что есть векторы, которые не способны реплицироваться в том организме, для которого они в основном предназначены. Но практически все современные векторы, особенно если речь идет о плазмидах, они всегда могут автономно реплицироваться в клетках Шериха и Коли, просто потому что современная вся генная инженерия, она основана на том, что векторы наращивают в клетках Шериха и Коли, плазмиды, например, потом их выделяют и потом их используют, например, там для трансфекции, скажем, там клеток или для генной инженерии животных, там бластоцисты колят или еще что-то, но перед этим сначала наращивают в бактериях. Ну, вот, и в бактериях, конечно, автономность репликации, она, ну, является очень важной, иначе с вектором работать сложно. Тем не менее, исключения все равно есть. Теперь, как правило, в векторе есть селективный маркер. Маркер или маркер, кто-то говорит, не знаю, мне больше нравится маркер, что маркер — это фломастер. Вот, значит, селективный маркер. Что это такое? Что за такой селективный маркер? Это то, что позволяет каким-то образом отобрать или выделить, или заметить клетки, в которые этот вектор попал.
Вот мы поговорим с вами про отличие между репортером и маркером, или репортером и маркером. Вот. Значит, здесь есть такое тонкое отличие, но оно, если вы его понимаете, то вы понимаете половину генной инженерии. Шутка. Значит, маркер, он — это качественное нечто. То есть, например, хороший пример маркера — это ген устойчивости к антибиотику. Если у вас в векторе есть ген устойчивости к антибиотику, вы засунули тем или иным способом этот вектор в какие-то клетки, например, E. coli или в клетки млекопитающих культивируемых, и потом вы добавили в среду антибиотик, то клетки, в которые не попал вектор, они, к сожалению, умрут. Да, вы испортите себе карму. Значит, а выживут те клетки, которые содержали селективный маркер -ген устойчивости к антибиотику. То есть разница качественная будет. Умрут, выживут. Выживут, умрут. Вот. А репортер или репортер, он, как правило, количественный. То есть, например, там типичный репортер, мой самый любимый, это люцифераза. Люцифераза – белок, ну, ген, который продуцирует этот белок, фермент, который светится. И вот уровень светимости, он может быть там, не знаю, от 100 до 5 миллиардов, например, да. И вот вы можете анализировать, скажем, ну, поставить ген люцифераза под какой-то промотор, который вы изучаете, да, засунуть в клетки млекопитающих и потом делетировать, скажем, участки этого промотора и изучать транскрипционную активность вот такого вот промотора с делециями и сравнивать его с промотором дикого типа. И по уровню изменений, по изменению уровня светимости люциферазы вы можете судить про то, что произошло с промотором. Вот это будет типичный пример использования репортера. Флуоресцентные белки тоже хорошие репортеры, потому что они количественные. Но флуоресцентные белки, в принципе, в каких-то случаях можно использовать как маркер. Вот, наверное, то, что имел в виду Руслан. Значит, если вы, например, затрансфицировали клетки плазмидами, содержащими зеленый флуоресцентный белок, то потом вы можете взять их и на сортере отобрать, на клеточном сортере, на сутофлуориметре проточном, отобрать клетки, в которые светятся зеленым. Вот. И у вас, по сути, получится, что GFP, зеленый флуоресцентный белок, был использован в качестве маркера. Нет, значит, вот смотрите, маркер — это какой-то ген, как правило, да, или ну, нечто, ну, ген обычно, да, то, что позволяет, если это селективный маркер, позволяет отобрать. То есть, ну, маркер существительный, селективный, прилагательный. Вот. Да, такие азы у нас. Вот. Сейчас просто будет, внимание, еще будет генетический маркер. Генетический маркер. Тут сложнее уже. Генетический маркер — это что-то такое, ну, тоже, как правило, ген какой-то, генетический ген-маркер, прикольно звучит, который позволяет уже между разными молекулами вектора отобрать из разных молекул вектора, выбрать те, которые содержат какие-то нужные вам свойства. Вот если я приводил вам пример селективного маркера геноустойчивости к антибиотику, да, сейчас я нарисовал простейшую схему плазмиды. У нас с вами в курсе таких схем будет появляться очень много, и разгадать надписи на карте плазмиды — это будет одно из заданий на контрольных, на экзамене, на коллоквиуме. Поэтому вот сейчас вы получаете представление о том, что вас ждет в дальнейшем. Мы уже прошли вот Multiple Cloning Site. MCS вас не должно удивлять, да? Теперь, например, я пишу AMP или там AMP-R пишут resistance, да? Это геноустойчивость к антибиотику ампицилин. Он разрушает клеточную стенку бактерий, ну, вернее,
разрушает построение клеточной стенки, бактерии умирают. И это селективный маркер. А, например, если мы вот сюда вот поставим какой-то ген, такой, что он будет кодировать какой-нибудь еще маркер, например, скажем, вот есть такой распространенный ген, называется LACZ. Он кодирует фермент бета-галактозидазу. Это просто некий фермент, но к нему придумали удобный калориметрический эссей. И, ну, то есть просто есть вещества, которые с помощью бета-галактозидазы, при воздействии бета-галактозидазы, они окрашиваются в другой цвет. Мы про это чуть позже говорим, поговорим, да, бело-голубая селекция. Вот. Так вот, смотрите-ка, вот внутри этого гена есть полилинкер. И если вы вставите что-то в этот полилинкер, вот вы возьмете, и вот по этим сайтам рестрикции, мы про это завтра поговорим, вы вставите какую-то, ну, ген, да, какой-то фрагмент ДНК, то, ну, этот фрагмент, ну, как правило, он большой, там, и, ну, либо маленький рамку сбивает, либо большой, который просто делает все это бессмысленно. Вот активность этого гена, она, естественно, исчезает, да, потому что вы в середину, там, в активный центр, например, бета-галактозидазы вставляете огромный кусок какой-то вообще чего-то, да, естественно, что это LACZ перестает работать. И таким образом вы можете отделить молекулы плазмид, у которых вот здесь вот находится ваша вставка, да, и которая испортила ген LACZ, от исходного вектора, в котором этой вставки нет. От такого, да, вы можете дискриминировать между ними по активности фермента бета-галактозидаза. В каком случае активность бета-галактозидаза будет, а в каком нет? Здесь будет или здесь? В изначальном будет, да, а здесь уже не будет. Ну вот, здорово. Так вот это вот генетический маркер, пример генетического маркера. Значит, про бета-галактозидазу, хотя у нас со временем не очень, но я все-таки расскажу, потому что довольно важная штука. Значит, что это такое бета-галактозидаза? Изначально это фермент, который, ну, он у многих есть, и у нас с вами есть, но вот это она, галактозидаза из бактериального происхождения, который используется, как правило, в генной инженерии. Значит, это фермент, который разлагает лактозу на глюкозу и галактозу, да? И это его изначальное предназначение, но и хитрые людишки, познав все это, придумали тут же, как обычно, как использовать это дело. И придумали всякие субстраты искусственные, которые тоже узнаются бета-галактозидазой, но при этом они не просто как бы там разлагаются на, когда дисахарид на два моносахарида, да, они разлагаются на два вещества этим ферментом, одно из которых становится синим. Вот. Такое вещество называется X-гау. У него сложная расшифровка, я не буду вас ее мучить, ею напишу вот X-гау. Значит, X-гау – это такой искусственный субстрат, хромогенный субстрат, который при воздействии активного фермента LACZ дает синий продукт. То есть, внимание, не сам LACZ синий, да, а синим является его продукт, который возникает под действием LACZ. Вот. И кроме того, там еще есть вещество, другое вещество, ИПТГ, которое похоже на галактозу, на лактозу немножко похоже, да, вот, оно тоже узнается
ферментами узнается белками, которые взаимодействуют с галактозой, но он является неразлагаемым субстратом. И вот этот ИПТГ его используют для того, чтобы индуцировать ген LOX-Z регулируемым образом. То есть сюда ставят промотор специальный, взятый из лактозного оперона бактериального, и добавляют куда-нибудь, значит, ген транскрипционного фактора, грубо говоря, да, который связывается с этим промотором и запускает его, или наоборот, перестает репрессировать его, там есть разные системы регуляции, когда в среде есть либо лактоза, либо лактоза неудобно, потому что лактозу тут же клетка переварит, и она исчезнет из среды, да? Либо вот субстрат негидролизуемый, который связывается, но при этом не разлагается. И вот такой ИПТГ его используют для запуска транскрипции вот этого вот LOX-Z, а LOX-Z потом воздействует на X-GAL, и у вас появляется синяя краска. Это вот схема, которая лежит в основе бело-голубой селекции. Мы про нее, наверное, еще чуть-чуть поговорим. Последний аспект любопытный, который касается использования LOX-Z, заключается в том, что на примере LOX-Z люди познакомились с таким явлением, как бимолекулярная комплементация. Звучит чудовищно, но термин очень интересный, и мы столкнемся с бимолекулярной комплементацией как минимум трижды в нашем курсе. Первый раз вы услышали этот термин сейчас, может, кто-то не первый раз услышал. Что это такое? Это когда какая-то молекула, будучи разделенной на две части, потом способна обратно соединяться либо самопроизвольно, либо если как-то эти два куска насильно друг с другом притащить одно к другому и сказать, вот это вот твоя половинка, соединяйтесь. Вот. В данном случае используется бимолекулярная комплементация спонтанная. Что это такое в случае LOX-Z? В случае LOX-Z, значит, люди выяснили, что если взять... Да, LOX-Z — это довольно большой белок. То есть он 110 килодальтон. Это существенный белок. И его, на самом деле, довольно неудобно иметь в качестве генетического маркера в плазмиде. Потому что просто он, помните, вот небольшой размер — это большой плюс для векторов. А 110 килодальтон — это изрядная нагрузка на размер вектора. Ну, не килодальтон, а соответствующий размер ДНК, да, в векторе. Люди обнаружили, что если белок бета-галактозидазу поделить на две неравных части, одна из которых будет представлять из себя 146-аминокислотный N-концевой пептид, так называемый альфа-пептид. Вот. А вторая часть — это все остальное. Все остальные вот эти 100 килодальтон оставшиеся. Да? И потом вот эти два полипептида слить, то окажется, что вот эти 146 аминокислот сами найдут свое место в остальной глобуле, туда прилипнут, и у бета-галактозидаза восстанавливается активный центр, восстанавливается ее активность, и она становится активным ферментом. Что? Да, просто если они в растворе, будут вместе, в определенной концентрации. Люди, когда это узнали, жутко возрадовались. Почему? Потому что они смотрят, о, классно, мы же можем сюда вставить не весь ген огромный бета-галактозидаза, да, а вставить можем сюда только ген этого маленького альфа-пептида. И вот в большинстве плазмид, которые используются для бело-голубой селекции, хотя она сейчас редко используется, но на самом деле в некоторых случаях очень удобно. Даже мы вот используем иногда, когда надо что-то очень быстро заклонировать, потому что такой очень эффективный способ просто тупо заклонировать что-то в вектор и размножить. Так вот, здесь не весь ген бета-галактозидаза, а ген этого альфа-пептида. А где, как вы думаете, оставшаяся часть этого?
Да, ну, то есть глупо его, эту вторую часть запихивать в этот же вектор, правильно? Тогда никакого смысла не будет. Ее просто вводят, этот кусочек гена оставшейся части, вводят в лабораторный штамм Escherichia coli, с которым работают. Вот. Таким образом, получается, что у вас в лабораторном штамме вот эта вот оставшаяся часть большая, где-то в хромосоме зашита, а в плазмиде остался маленький кусочек, но его можно использовать как генетический маркер. Вот такая штука интересная. Так, ну и дальше еще какие компоненты. Есть еще компонент, который очень важен, это все остальное. Все остальное, то есть это промоторы, терминаторы, ну терминаторы не те, которые роботы, репортерные гены всякие, в общем, прочие вещи. Да? Те, которые, то, что делает вектор способным выполнять функции, для которых он был создан. Вот. Так, мы не успели дойти до конкретики про плазмиды, но я анонсирую это очень коротко. Отниму у вас еще минут 5, чтобы нам в следующий раз начать побыстрее. Значит, самым распространенным видом вектора, с которым мы постоянно будем иметь дело в курсе, являются плазмиды. Значит, что такое плазмиды? Плазмиды – это кольцевая двухцепочная ДНК, которая изначально, в принципе, эти плазмиды, это, они изначально присущи многим бактериям. Они в бактериях живут и в природе живут. И, значит, одна из первых плазмид, которые люди открыли, еще вот молекулярные биологи, еще тогда не генные инженеры, да, она называется Col-E1. Вот такая вот плазмида интересная. Это именно природная плазмида Escherichia coli. Она живет в некоторых штаммах, является экстрахромосомной ДНК, то есть она как эписома, которая живет в клетках Escherichia coli, дополнительный генетический материал отдельно от хромосомной ДНК. Физически отдельно, да? Так вот, что же это за коварная Col-E1? С одной стороны, она может давать преимущество клетке Escherichia coli, потому что плазмида довольно большая, в ней много всяких генов каких-то может оказаться полезных, которые дают E. coli преимущество в каких-то условиях. Диарею вызвать, например, там еще что-то ей потребуется, если. Вот. Но то, что больше всего заинтересовало будущих генных инженеров в этой плазмиде, это ее коварство. Коварство этой плазмиды заключается в том, что она создает себе искусственные эволюционные преимущества. Вернее, она создает тем клеткам, в которых она живет, искусственные эволюционные преимущества. Как это выглядит? Выглядит очень прикольно. Коварная плазмида Col-E кодирует одновременно токсин. Причем этот токсин, он довольно стабильный. И он убивает клетку Escherichia coli совсем. Вот. Но это же Col-E кодирует антитоксин, который инактивирует токсин, закодированный в плазмиде Col-E. Казалось бы, глупость какая-то, да? Но не совсем так. Коварная плазмида Col-E сделала так, что антитоксин живет очень недолго. И получается, что клетка Escherichia coli бедная, которая поделилась случайно таким образом, значит, что в одну дочернюю клетку попала плазмида Col-E, а в другую не попала. В той клеточке, которая оказалась без плазмиды, там туда пришла часть цитоплазмы материнской клетки, перешел токсин и антитоксин. Но антитоксин очень быстро разложился. А токсин продолжает действовать, и эта клетка умирает. Таким образом, получается, что плазмида обеспечила себе
то, что при сегрегации, при как бы, появлении дочерних клеток будут выживать только те клетки, в которые плазмида попала. Ну, а плазмида, она размножается тоже, и, в принципе, ну, при нормальном делении как бы, она оказывается в обеих дочерних клетках, конечно. Но вот просто если бы этого не было, то, смотрите, для клетки Escherichia coli наличие плазмиды в ее цитоплазме, это дополнительная нагрузка. Да? Клетки Escherichia coli, у них же R-стратегия размножения, да, они как бы должны быстрее делиться. В принципе, в оптимальных условиях клетка Escherichia coli делится раз в 20 минут. Вот. Ну и там, если посчитать, там, за сколько она покроет противным склизким слоем наш земной шар, там, то это будет очень быстро. Вот. То есть у E. coli задача быстро-быстро делиться. И лишняя ДНК, которую ей нужно удваивать, она ей вообще не нужна. Поэтому, в принципе, если у плазмиды нет никакого селективного маркера, или если вы не обеспечили преимущество клеткам с плазмидой с селективным маркером, например, вы не добавили антибиотик в среду, забыли, что иногда бывает, студенты делают, то вечером посеяли, антибиотик не добавили, пришли к утру, никаких плазмид в E. coli нет. Просто бактерии наросли, прекрасно себя чувствуют, радуются, прыгают, там, плавают брасом, а плазмид в них нет. Почему? Потому что когда они делились, да, и возникали случайно клетки, в которые попало там мало плазмиды, еще меньше, а потом вообще не попало, эти клетки получали эволюционное преимущество в отсутствии антибиотика. И они размножались быстрее, и в итоге заполонили все и вытеснили клетки, в которых плазмиды остались. А вот если есть селективный маркер, например, устойчивый к антибиотику, вы добавили антибиотик, то эти клетки не будут выживать. И клетки и будут выживать только те, у которых плазмиды есть. Теперь, внимание, вопрос на понимание. Зевающий Руслан, что является селективным маркером в плазмиде Col-E? Один. Да, ген. Ну, да, наверное, все-таки ген антитоксина, правильнее сказать, да, но, естественно, в сочетании с токсином. То есть в данном случае получается, что токсин, он аналогичен как бы антибиотику, который мы добавляем в среду, вот если речь об искусственной плазмиде, а антитоксин, он аналогичен гену устойчивости. Да? Вот такая штука. Давайте мы на этом закончим. Время вышло. А на следующем занятии мы поговорим про другие векторы, всякие там, которые есть, и про ферменты поговорим. Все, спасибо. Да. Да. Он так просто ген так модифицирован, что рамка не сбивается. Ага. Ну, то есть... Это тоже дополнительный кусок, который... Ну, да, да. Ну, как бы благодаря вырожденности генетического кода можно же всякие вещи делать такие, что... Белок будет оставаться функциональным, а последовательность мы поменяем так, что там будет, например, там что-нибудь ГА, ТТЦ, скажем, да, вот. Ну, а до этого там было что-нибудь там ГАТ, какая-нибудь последовательность. Вот ее берут сюда, вставляют, меняют на этот, и белок сохраняет функциональную активность, а при этом последовательность содержит уже сайт рестрикции. Мы поговорим про рестриктазы завтра. Приходите, будет интересно. Такое, что нарушалась эта система токсина-антитоксина, там из-за этого как бы, ну, ставили бы только целая колония, там, просто погибала из-за того, что там каким-то образом... Ну, я думаю, в истории это... были разные случаи такие тоже. Так, как вас зовут? Дарья. Полностью сухой человек, который уже договорился о стажировке. Так. Да, вы можете, но это полностью ваша задача. То есть я не стану специально... А есть какой-то предварительный список тем, там, которые мне нужно освоить, чтобы я... Просто у меня лаборатория... Да, ну, значит, смотрите, я могу... Напишите мне, чтобы я не забыл, я вам пришлю просто эти задачи, 5 задач практикума. Если вы хотите полностью освободить... А? Нет, почему? Июль. Я же сказал, июль.
прослушал. Как вас зовут? Анжелика, отлично. Вот, хорошо бы память развивать, а то у вас могут возникнуть проблемы. Ладно, Дарья, Анжелика. Тогда, Дарья, напишите, я вам пришлю список задач. Так. Александр, вы хотели что-то спросить? А вот этот токсин, который вырабатывает, он только иногенный или он наружу тоже выходит из клетки? Он выходит наружу, да. Да. Почитайте, я, честно говоря, могу наврать. Я думаю, что он выходит наружу, и это еще больше увеличивает, его... А, да? В лаборатории биофинансических у них есть вообще возможность все-таки съездить на стажировку, если, допустим, с юрия.